Центральная площадь города Одинцова на один день превратилась в арт-пространство с разными активностями. Здесь состоялся фестиваль для креативных, прогрессивных, смелых, умных. Одним словом, для молодежи. Мы организовали около 19 локаций и большую сцену, где весь день выступали различные артисты, музыканты, певцы и даже гимнасты. Я уверен, что этот первый фестиваль – просто начало нашей большой плодотворной работы нашего Одинцовского молодежного центра на территории Одинцовского городского округа. Потому что теперь мы имеем этот классный опыт и в следующий раз сделаем еще больше, еще масштабнее, еще интереснее и веселее. Хотя, казалось бы, куда уж веселее. Зона игровых технологий с тематическими мастер-классами, лазерный турнир, автомобильная выставка, спортивные активности. И это лишь малая часть того, чем увлекается современная молодежь. Это умные, талантливые ребята, энергичные, которые предлагают классные инициативы, готовы развивать различные проекты, двигаться вперед. Роль и значимость таких мероприятий, как фестиваль молодежи студентов, очень большие. Я считаю, что их нужно проводить как можно больше. Это самый благоприятный возраст для развития потенциала, смелых решений и нестандартных подходов, считают организаторы. Главное – направить все это в нужное русло и показать возможности роста. Мы сегодня убедились, что ребятишки с 12-13-летнего возраста дают уже такой огромный потенциал для того, чтобы с ними заниматься молодежной политикой, проектной деятельностью. И, пользуясь случаем, я сегодня хотел бы пригласить ребят из вашего округа в стены Государственной Думы, для того, чтобы они соприкоснулись и увидели, что такое молодежный парламентаризм, что такое проектная деятельность, что такое законотворческая деятельность. А пока ребята ловят последние недели летних каникул. Отдыхают, общаются, набираются сил и отрываются под любимые хиты. Весь день праздничное настроение. На фестивале создавали молодежные группы и диджеи радио DFM. Мария Шматкова, Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».